Уважаемый Владимир Владимирович, к вам обращаются обманутые дольщики дома по улице Штахановского, 25Б в городе Ростове-на-Дону. Нас около 200 человек. Более 10 лет назад мы купили квартиру у крупнейшего застройщика Юга России. Дом подлежал сдаче в 2008 году. Сроки неоднократно переносились, и строительство было остановлено. Застройщик незаконно привлекал денежные средства. Оказывается, закон был, а контроля за ним не было. Администрация города, области и лично Голубев уверяли нас в благополучном исходе дела, только просили не ходить на митинги. Итог помощи наших властей – застройщик банкрот, активы выведены, никто не сидит, и строительство нашего дома не продвинулось ни на квадратный метр. Нас обманули дважды. Мы не знаем, что говорят вам ваши подчиненные, но по факту все очень плохо. Надеемся на вашу помощь.